Самарцы активно готовятся к встрече Нового года, покупают подарки, наряжают елки, выбирают блюда для праздничного стола. Эксперты настаивают, в грядущий год тигра нужно соблюсти меню хищника, поэтому предпочтение необходимо отдать мясным блюдам. Нужно правильно выбирать мясо. Например, в свинине есть корейка и кастрец, которые запекают, а также шейка и мягкий карбонат. Свежее или охлажденное мясо должно быть определенного цвета, от розового до красноватого оттенка. Когда вы смотрите на мясо, оно должно быть именно, если теленка выбираете, она синя-красного цвета. Баранин, да, очень капризное мясо, вот. Его выбирать вообще по ребрам, чтобы она была тонкая, и на между ребрам, то есть, было просвечивание. Тигр оценит разнообразие. На стол можно поставить не только любимые блюда, приготовленные по старым рецептам, но и кулинарные новинки. Говяжья вырезка под соусом Вителло Тонато. Обжарили с каждой стороны примерно по 2-3 минуты. Если кто-то хочет, чтобы мясо было полной прожарки, можно для этого убрать просто в духовку на 180 градусов, примерно 4-7 минут. После духовки даем мясу отдохнуть примерно 2-3 минуты. К традиционным блюдам можно добавить необычные закуски. Отличными вариантами для новогоднего стола станут быстрые и полезные, которые не нужно готовить целый день. Например, тарталетки, легкие рулетики, канапе или брускетта. С блюдами из мяса гармонируют легкие салаты без майонеза. Вместо калорийной заправки можно использовать лимонный сок или натуральный йогурт. Эти простые советы помогут не только избежать переедания в новогоднюю ночь, но и значительно сэкономят семейный бюджет. Ольга Павлова, Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.